Захваченная нацистская подводная лодка «Молот Евы». 25 июня 61 года. Где-то в Атлантическом океане. Кто это? Это я? Это я? Старые немощные обречены. Так, метка в виде белого ромба означает следующий важный объект. Используйте подсказку, чтобы узнать информацию о направлении и расстоянии до следующего важного объекта, а также от текущей цели. G. Ага, ясно. Так, мы на коляске. О, это ты. Возьми, они тебя ищут. О, черт! Они уже тут. Ох ты. Это теперь наша подлодка, нацисты. Вам и не отнять. Ну, идите. А можно? А нужно? Всё. Так, тот, значит, тоже сдулся. Хорошо. А, нет, не сдулся. Эх, меня чуть не сдули. Давайте привыкаем. Что здесь есть? О, текст. Эскиз? О, это интересно. Это прикольно. Ладно. Эскиз. Так. Итак. Ладно, разбираемся здесь с механикой игры. Стоять. Куда нам? Пилки. Их перестреляли, сволочи. Это что? Нет, здесь больше ничего нет. Так? Ага. Держись, Аня. Я иду к тебе. Жестко. Стоять. Это что здесь? Ага. Здесь наверх, конечно, мы... Да. Никак. Там есть записка. Надо почитать. Здесь ничего такого нет. Нет вроде ничего. А, блин. Ой. Что с ними случилось? Они растворились. Так быстро. О, отлично. Броник был. Заткнись! Замри! Не шевелись, пока я не скажу, что можно! Хорошо? Понял? Не вздумай даже пердеть! Микроволны превратят тебя в кашу, а ты ведь не хочешь стать кашей! Дашь им что? Дашь ты? Вперед! Иди ко мне! Осторожно, пол очень... Живо, 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 живо! Ой, вот так-то лучше. Раз, два, три! Ау, Фидерзейн! Вонючие куски дерьма! Так, Бласковец, я рад, что ты пришел в себя, но я рад, что ты встал с постели. Где она?
Я не видел ее с тех пор, как они с Кэролайн обороняли лифт на верхнюю палубу. Тогда покажи мне, куда идти, сэр. Риндли, ты хоть знаешь, сколько пролежал? 5 месяцев. Твое тело искалечено. Ты понимаешь меня? Почки отказывают. Будет трудно мочиться. Шмекели свой не сможешь использовать. Ну и сейчас много чего еще. Сейчас не до того, скажи. Фрау Энгель, она охотится за тобой. Перевернула все вверх дном и наконец нашла тебя. Нацисты проникли на подлодку. Много раненых, много убитых. Меня вообще отрезало от остальных. Все, мне пора. Нет, 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 Хакмир, не жди, чайник, я же сказал просто нет. Просто помоги найти лифт на верхнюю палубу. Ну ты полный Оксен. Ты полный Оксен! Ну ладно. Путь к лифту на верхнюю палубу лежит через толпу нацистов. Но! Я установил ловушки, правда, не успел их активировать. Но! Глянь сюда. Это карта. На ней показано, где стоят ловушки. Используй их против Ферхакта Фашистен. Вот так. Вот так. Осторожней. Постарайся не умереть. Будь так добр. Ступай. Итак, продолжаем. Фрау Энгель, ищешь меня? Наоборот, дамочка, это я тебя ищу. Это точно. Пошиков будем крошить. Ха-ха, лопнул так. Что это было? Все? Уймись, думай о задании. Мы должны найти жутку Обили, а остальное не важно. Боже, у меня обувь заляпана его мозгами. Моя обувь. О господи, мне нужно в туалет. Успокойся, заткнись и хоть обосрись, если надо. Нам поручили зачистить этот район. Выбрось все остальное с головы. Соберись. Ладно, твою мать, ладно. Так, вот диалог странный был. Пашков, так. Кто это? Ясно. Здесь мы не спустимся? Нет, спустимся. О, это что? А, это здесь. Куда дальше? Здесь ничего такого интересного нет. Здесь вроде ничего. Отлично. Пока идем по стелсу. Все, что можешь, лишь бы все дожили до того момента, как я приду. Так, смотрим. Вроде больше ничего здесь нет. Все, погнали отсюда. Подождите-ка. Я что-то хотел посмотреть. Там, по-моему, текст был, нет? Илка. Ага, здесь есть. Во, газета. Мировое сообщество осуждает убийство генерала Штрассе. Берлин, 25 февраля 1961 года.
Во вчерашнем телевизионном обращении, которое транслировалось на весь мир, наш любимый фюрер сообщил о смерти великого генерала Вильгельма Штрасса в результате нападения террористов на его исследовательский центр в Прибалтике, произошедшего на прошлой неделе. Генерал Штрассе прославился не только гуманитарной деятельностью и научными открытиями, которые позволили Великому Рейху освободить мир от гнета тирании. Он также был близким другом фюрера. Наш любимый фюрер, потрясенный этой трагической смертью, был исполнен желание покарать террористов, совершивших это омерзительное нападение. Это, вне всяких сомнений, нападение на всех нас, на граждан Великого Рейха, пытающихся жить в мире, заявил фюрер. Мы отыщем и предадим суду этих презренных убийц. Так, все, да. Здесь больше ничего нет. Отлично. Все, погнали. Так, здесь какие-то шестеренки, да? Куда? Нет, тихо. Ага. Ой, как немножко неаккуратно. Ну ладно, как-то так. Смотрим, что здесь есть еще. Здесь? Нет. Пилки, патрончики. Так, поршни какие-то. Это что? Угу. Ой. Ну, давайте сюда. Я так понял, здесь платформа? Да, платформа спускается. Как интересно сделано. Отлично. Есть кто еще? Пока нет. Что у нас есть? Хилки, хилки, хилки. Это хорошо. Записка солдата Оскара. Комендант Фишер, я знаю, что вы очень заняты, но, мне кажется, нам нужен запасной план на случай нападения террористов. Вы наверняка получили донесения, читали заметки и смотрели речь генерала Штрасса на прошлой неделе. Этот чокнутый американец крушит все, что ни попадя. Что будет, если он придет сюда? Мы сможем спрятаться где-нибудь на борту? Думаю, нам нужно заняться этим вопросом. Оскар. Отлично. Так, что у нас здесь? Постараемся записочки искать различные. Ой. Давайте сначала здесь осмотримся. Да, хорошо, что мы сюда зашли. Здесь броник взяли. Да и хилочки есть. Так, нам вниз. Так. Да, мы здесь. Уберем их так. Иначе будем мучиться почти по стелсу. Какой ты крепкий, а, зараза. Упал? Нет. Лежать. Он сказал, да? Отлично. Здесь ничего нет.
друзья убиты. Хотите лечь с ними в одну могилу? Генерал Энгель готова пощадить всякого, кто сложит оружие и капитулирует. Это ваш последний шанс. Так, здесь больше ничего нет, только ловушку можно включить и все. Стоп, это что? Ага. А, вот как мы здесь зашли, да. Ясно. С другой стороны. Ты зараза. Снова в деле, старик. Забудь про боль. Надо бы запустить конвейер вспять и попасть к лифту на верхнюю палубу. Сейчас разберемся. Так, куда нам? В коридор, а это что? Так, это снова ловушки. Кто он? Этот жуткий Билли? Он вообще существует? Жуткий Билли маньяк, убивший сотни, даже тысячи храбрых немецких солдат. В том числе моих друзей. Нелить, убивающий чистокровных немецких солдат? Не многовато ли ты ему приписал? Надейся, чтобы он сюда не пришел. Вот что я тебе говорю. А я говорю, иди сюда и докажи, что ты мужик, жуткий Билли. Мой кузен Анки однажды прибирался на месте его резни. Ему потом еще долго кошмары снились. Что за имя пидорское, Анке? Странный диалог. Так, здесь снова. Включаем, смотрим, что здесь. Это что? Американские территории процветают при новом режиме. 12 июня 1961 года Министерство регионального развития американских территорий Великого Рейха опубликовало подборку независимых отчетов о текущем состоянии американских территорий после их освобождения от прогнившего старого режима и установления нового американского порядка. Независимые исследователи единогласно сообщают о том, что уровень благополучия граждан Америки находится на высочайшем уровне в истории континента. По их данным, Дербиштрафер – бомба, принесшая в мир американские территории, стала главнейшим фактором развития. Эти данные подтверждают то, о чем мы всегда говорили. Американцы долгое время были заложниками коррумпированной элиты, которой было плевать на благополучие населения, заявил директор института Людвиг Хубер. Но наш любимый фюрер показал, что надлежащее руководство улучшает жизнь граждан. Так, там... Кто-то там лежит. Ну, давайте еще вот сюда сходим. Там коридорчик был какой-то интересный. Так, здесь что? Ага. Въехать не можем. Здесь тупик. О, две гранаты. Записка коменданта Фишера. Оскар, я расскажу вам о своем решении проблемы американских террористов. Шансы на это, конечно, очень-очень малы, но нам все-таки нужен запасной план на случай нападения террористов. Если описанный вами сценарий сбудется, нам понадобится запас еды, патронов и рация для связи с Оберкоманда. Я поговорил на этот счет с Акселем. Он рекомендует отсек F. Вам нужно приготовить этот отсек для нашего запасного варианта. Когда закончите приготовление, проведите инструктаж для персонала, чтобы все знали план действий. Отлично, еще. Значит, у них тут есть нычка какая-то. Интересно. Так, кнопкой F можем метнуть. Так, тут какое-то мясо. А, подождите, мы отсюда выкатили, да. Погнали сюда. Спокойно.
Не видит он меня почему-то. Тихо. Минус 2. Еще где-то здесь был. Ах, он далековато. Замечательно. Куда сныкался? Да откуда? Так, мы здесь под колесами снова, да? Какими-то шестеренками. Хорошо. Давайте лутанем здесь все. Кто-то кричал. А кто кричал? Кто? Так, хилки. Все. Нифига себе тут механизмы. Это генератор. Ничего себе. Да? У нас есть гранаты. Нет, это не разбивается. Нам сюда? Тут хавчик. Я забрел. Во. Дневник повстанца М из Крайзау. Мы все умрем. Я это чувствую. Бессонница, уже который день. Вижу обрывочные, жестокие, странные сны. Постоянно вижу лицо Хелен. Пол лица нет, остальное в крови. Просыпаюсь от крика. Не могу уснуть. К черту сон. Пишу сюда впервые за долгое время. Может быть, обрету покой. Больше не общаюсь с остальными из Крайзау. Не могу выносить их взглядов. Их голосов. Безопасно? На сраной подлодке нацистов? Да, Бласковец ее захватил. Но откуда нам знать, вдруг тут шпионская аппаратура? Никто не отвечает. Никто не думает. Кэролайн сказала, что я пессимист. Попросила быть попозитивнее во благо общего дела. В жопу это общее дело. Человечеству капут. Нацисты победили. Конец. Эти суки победили. Мне удалось найти укромное место, где никого нет. Решил остаться тут, подальше от людей. Подальше от отощавших лиц и болезненных взглядов, которые будто бы мои отражения в зеркале. Наверное, мне нужно поспать, но я не могу. Я боюсь своих снов. М. Все. Флаг висел у него там. Американский. Так. Все, выходим. Мы вышли. Да. А зачем нам сюда? Так, конвейер пошел вспять. Ага. Поехали. Это мы кнопку проскочим, зато мы очень много текста нашли. Никого. О. 29. Отто, тебя не люди что ли родили? Комендант Фишер родился 5 ноября 1930 года.
Это значит, если ты умеешь хотя бы складывать числа, то ему через 4 дня исполнится 30 лет, а не 29. Кретин ты безмозглый. После всплытия мы хотим повесить украшение на верхней палубе, чтобы он смог любоваться океаном на вечеринке в честь дня своего рождения. Все, кроме тебя, как и было поручено, написали 30 на своих знаках. Ты же наверняка их видел. Или ты ослеп? Перед вечеринкой я отведу его к лифту, ведущему на верхнюю палубу, и мы поднимемся вместе. Прошу, ради всего святого, будь там стартом, на котором написано 30, как у всех. Иначе ты у меня потом будешь всю неделю сортиры драить, Гельмут. Так, это лифт. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. А ничего здесь и нет. Я доставлю твою голову, фрау. Отвали от него! Уильям, ты в порядке? Аня. Уильям, я молилась, чтобы ты очнулся. Я обуза. Что за глупость? Так, давай встанем. Как ты поправилась? Сет говорит, будет двойня. Потом, Киндерлах. Если выживете, еще успеете налобызаться. Вас нужно отправить наверх, на палубу. На палубу. Держись, Уильям. Огонь! Ты крутой, Макс! Улыбнись! Еще один умник с пушкой. Отпусти. Отпусти. Зигрун, почему ты так запыхалась? Не знаю, мама. О, ты не знаешь? Вот этих. Доставишь их для допроса. Да, мама. Ты не делаешь упражнения, о которых мы говорили. Ты не соблюдаешь диету. Прости меня, мама. Я вчера съела маленький кусочек торта, совсем чуточку. Глупая девка. Ты позоришь свою расу и свой род. Что скажут люди, когда тебя отправят в лечебницу сжигать жир? Генеральская дочь. Ну и позорище. А ну, поставь щеку. Ты даже пощечину не заслужила. Он там наверху. Я уверена. Идите внутрь. Да, мама. Всем внутрь. А ну-ка дай-ка мне микрофон. Я обращаюсь к террористу и убийце Уильяму Джозефу Плосковицу, известному как Шутки Билли. Я готова пощадить всех остальных на твоем судне, если ты сдашься. Двери открыты. Приходи один. Похоже, мне пора. Не ходи туда, Уильям. Они захватили наш. Она держит наше судно. Что делать? Ты прав, Ингель. Тебе надо попасть наверх и как-то освободить лодку.
Я боюсь за тебя. Ты слаб, Уильям. Ты совсем не в боевой форме. Я справлюсь. Это он. Стой! Хочешь нас своей колясочкой задать?